Виктор Комаров – это комик и юморист, человек, который на постоянной основе участвует в шоу «Стендап» на телеканале ТНТ. Родился Виктор 9 мая 1986 года в простой московской семье. В школе он учился очень хорошо, особое предпочтение отдавал точным наукам, поэтому в средней школе начал обучаться по экономико-математическому профилю. Когда школьные годы остались позади, Виктор поступил в Московский институт радиотехники и специализировался на вычислительных машинах. После окончания вуза он сменил много работ. Виктор был и поваром в пиццерии, и инженером на Мосфильме, и продавцом, и даже промоутером. Интерес к юмору он проявлял еще в школьные годы, принимал участие в любительской команде КВН. Одна работа сменяла другую, а Виктор так и не мог определиться, в чем состоит его призвание. Однажды ему на глаза попались монологи западного стендап-артиста Эдди Иззарда. Это открыло Виктору глаза на то, в каком направлении ему стоит работать и чем заниматься по жизни. Творческая карьера Комарова началась в 2010 году, когда он выступил в одном из столичных камеди-кафе. Ему пришлось учиться взаимодействовать с публикой и нарабатывать другой необходимый опыт для работы в сфере юмора. В дальнейшем он выступал на других площадках в Москве, гастролировал в Баку и Самаре. Виктор очень плодотворно работал, поэтому уже в мае 2010 года он дал свой первый сольный концерт. Вскоре он собрал свою собственную стендап-команду под названием Funny for Money. Этот коллектив успешно выступал на московских площадках до 2012 года. После этого опыта он участвовал в шоу Comedy Battle 3 и Битва за эфир, снимался в фильме Стартап. Этот комик чаще всего предстает перед зрителями в амплуа позитивного неудачника. Обычно он рассказывает о тех событиях, которые когда-то ему посчастливилось пережить, и делает это настолько смешно, что буквально после каждой его фразы зал взрывается от хохота. Виктор Комаров не привык ограничиваться какими-то либо рамками. Он рассказывает обо всем, что его интересует либо волнует. Во время выступления Виктор рассказал о себе как о человеке, которого постоянно бросают девушки, однако в реальной жизни у него все складывалось совершенно иначе. На протяжении нескольких лет Виктор встречался с девушкой по имени Элла, а в 2015 году они оформили свои отношения официально. Свадьба у них получилась довольно простой, скромной и по-семейному тихой. Через несколько месяцев после торжества у комика родился сын. Многие при этом посмеиваются над тем, что он женился по залету, но Виктор не отрицает этого факта и не видит ничего предосудительного в данной ситуации. На сегодняшний день Виктор Комаров – примерный муж и прекрасный семьянин, который все свое свободное время старается проводить с женой и ребенком. Супруга Виктора – персона далекая от сцены, да и Виктор не любит раскрывать подробности своей семейной жизни.